Прививочная кампания от COVID-19 идет больше полугода, но многие до сих пор относятся к этой процедуре с опаской и не могут определиться, какую из трех вакцин выбрать. Пандемия коронавируса поставила перед человечеством сложнейшую задачу – в сжатые сроки найти управу на заразу. И ставку здесь ученые сделали на вакцину. В гонку включились свыше 150 институтов и фармакомпаний по всему миру. Россия – не исключение. У нас разработали 3 вакцины от коронавируса. Но какую из них выбрать? «Спутник 5», которым россияне начали прививаться в январе этого года, является векторной вакциной. По словам специалистов, это значит, что после прививки в организме не только появляются антитела, но и активизируется клеточный иммунитет. Еще один плюс спутника в том, что его эффективность 95%. Другая вакцина – EpiVac Corona, пептидная. Она рекомендована пациентам с ослабленным иммунитетом, онкологическими заболеваниями и пожилым. Кроме того, эта прививка наиболее безопасна для аллергиков. Что же касается препарата, созданного в центре Чумакова, то он разработан на основе погибшего вируса. Для его изготовления берется сам коронавирус, очищается, убивается реагентом и потом вводится как вакцина. Содержащийся в вирусе белок вызывает иммунный ответ. Сказать, какая из вакцин лучше, пока сложно. Для окончательных тестов понадобится примерно год, так говорят специалисты. Но точно ясно одно. Российские ученые создали вакцины, которые хоть и отличаются друг от друга, но доказали свою эффективность. Поэтому врачи смогут подобрать каждому пациенту подходящий препарат.